Выпуск подготовлен при поддержке ферментного препарата «Микрозим». «Микрозим» – для легкого переваривания шашлыка на природе. Всем привет! Вы смотрите канал «Бон Аппетит» и с вами я, Иван. Близятся майские праздники, а значит большое количество выездов на природу и пикников. А какой хороший пикник обойдется без вкусного и сочного шашлыка? Сегодня я вам расскажу несколько секретов о том, как выбрать мясо, замариновать и пожарить вкусный шашлык. Существует большое количество видов шашлыка, но сегодня мы остановимся на, пожалуй, самом популярном – свином. И первое, с чем вам придется столкнуться – это выбор мяса. Один из самых простых вариантов – поехать на рынок с утра пораньше и выбрать хороший кусок. Но можно сходить и в большой сетевой магазин, там большой оборот продуктов, поэтому мясо будет свежим. Идеальнее всего для свиного шашлыка подходит шея. Она будет сочная, шашлык будет достаточно жирным, легко его готовить, но также можно взять и корейку. Перед тем, как купить понравившийся вам кусок мяса, убедитесь в его свежести. Свежее мясо имеет красивый, ровный, яркий цвет, без посторонних пятен. Оно должно быть слегка влажным, глянцевым, но не липким и без неприятных запахов. Чтобы шашлык получился нежным и сочным, мясо следует резать поперек волокон, а куски делать размером 4 на 4 сантиметра. Это оптимально для того, чтобы шашлык прожарился, но не был сухим. А мы с вами переходим к этапу маринования мяса. Именно сейчас мы зададим финальный вкус нашего шашлыка, придадим ему нежность. Ни в коем случае не увлекайтесь солью и кислотой при мариновании, потому что они вытягивают из мяса очень много воды и получится сухо. Используйте любую посуду, кроме алюминиевой, потому что она окисляет мясо и получится невкусно, и можно даже отравиться. Чем дольше мариновать мясо, тем оно получится вкуснее и нежнее. Вообще маринадов существует огромное количество. Можно мариновать в майонезе, в любом фруктовом соке, не знаю, в кетчупе. Сегодня мы выберем достаточно простой маринад, но от этого он не станет менее вкусным. Для этого нам понадобится растительное масло, соль, перец и репчатый лук. Поехали! Наш шашлык уже замариновался, мы его уже нанизали на шампуры и сейчас пойдем жарить. Кстати, по поводу мангала. Сегодня мы его распалили заранее, использовали для этого яблочные дрова. Вы можете использовать абсолютно любые. Если у вас нет на это времени, возьмите уголь в магазине, это гораздо проще и быстрее. А мы пошли жарить. Итак, наш шашлык готов. Что касается классической подачи, обычно всегда есть много овощей, лаваш, зелень, какой-нибудь соус. О соусе хочется сказать отдельно. Вы можете взять все, что угодно. Кетчуп, майонез, горчицу, аджику можете взять, даже соевый соус можете взять, все, что угодно. У нас сегодня мацони с чесноком и зеленью. Всем приятнейшего аппетита. С вами был канал Бон Аппетит. Меня зовут Иван. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.